Привет, девочки! Я подоклемалась сразу к вам. Съемку ведет Наташа. Мы сегодня вам покажем небольшой кусочек. Девчонки, вот ели как в себя. Просто что-то пришло, хочу вам показать это. Девочки, спасибо вам за подписки, спасибо, что вы меня ждете. Вы прям так переживаете. Я за себя так не переживаю, как вы за меня. И куда пропала, и не обращаю внимания. Девчонки, я вообще не обращаю давно внимания ни на кого. Это просто я кусаюсь из-за того, что, допустим, какая-то несправедливость прет уже. И понятно, что язык в одно место я не засуну. Девчонки, смотрите. Здесь у нас, вы помните, вот эти вот наши кофты, которые широкие. Девочки, почему я в тот раз сказала, кофта, она объемная, длинная, но вы же не забывайте, для всего есть допуск. Вот эта кофта до 50 размера. Если это будет и рост, и размер больше, нет, нет. Мы же не будем с вами обтягивать нас. Зачем нам это надо? Нам лучше сделать, чтобы было красиво. Девчонки, посмотрите, какая шикардосная куртка пришла. Наташа, да? Классно. Я сегодня-то прям вообще и этими торговать чем-то. Это знаешь, когда люди в телогрейках стояли? Я как раз в сапогах высоких, в телогрейке. В общем, девчонки, конечно, это фэшн, потому что она вся такая прошитая, вот этот вот стиль ботега, у нас это все, у нас тоже там что-то было, я вам показывала уже. А, цвет у нас был. Вот. Девочки, что здесь хотела показать? Я хотела вам показать, как вот эта вот пудра спокойно будет работать с черным, но мы не остановимся с вами. Мы с вами добавим сюда наши кеды и добавим с вами вот эту шапку. Мы просто пудру чуть-чуть выведем в яркость. Вот пускай будет и пудра, и вот эту сумку. Смотрите, как у нас красивый этнический ремень повторил вот это плетение. Все. Сама куртка очень стилевая, и не нуждается она в каких-то еще особенных доработках. Бывают такие вещи, которые хочется что-то добавить. Эту вещь не нужно ничего добавлять. Девчонки, если я мямлю, простите, я правда только оклемалась, поэтому я еще немножко не в себе. Но я уже буду в строю, не переживайте. Сейчас будет все хорошо. Я же сама без этих вещей не могу. Девочки, я прошу вас еще в очередной раз, пожалуйста, не спрашивайте меня цены на канале. Ну, боже ж ты мой, ну сколько же можно? Я же пишу, девочки, на WhatsApp, отвечаю, даю Наташин телефон. Она отвечает. Цены все там, продажи там. Здесь у нас с вами красивая позитивная картинка. Бесполезно. Вообще просто бесполезно. Юбка швами сшитая наружу. Красивенная фукси кофта. Девчонки, такая какая-то мягкая. Очень приятно. У нас были отдельно вот эти брошки, а здесь они уже с кофтой вместе. Сюда вам хочу дать. Вот это вот наше пальто, которое я в тот раз вам показывала. А здесь прям именно серый хочу завести. И именно с этой фуксией и с этой юбкой. Вот. Девчонки, оставим кеды. Нравится, как они здесь работают. Я бы, знаете, даже добавила какую-то бы шапку, но эта шапка должна быть очень объемная. Вот смотрите, например, если мы дадим вот такую вот объемную шапку, видите, тут вообще все идеально прям. Здесь само пальто, это очень какого-то качества, потому что там альпака, по-моему, даже. Да. Вот смотрите, как юбка сейчас у нас. Вот. Когда шерстяные пальто, и они, вот это вот лана, вот это, да, оно прям очень приятно его мять, жамкать, носить. В общем, все для него приятственно. Я вам сейчас еще раз его на себя надену. Девчонки, я сегодня пришла в очень объемной кофте, поэтому, может быть, что-то у нас не попадет. А может быть, что очень красиво. Наташа, это пальто-жакет. Да. Это вот такой вот удлиненный жакет. Это вот такое вот, вот та тема. Вот сейчас, девчонки, смотрите, как к сапогам к моим хорошо зашло. Девчонки, сапоги, как на мне, нет в продаже. Лучше заранее озвучить, правильно? Зато у нас есть такие красивые сапоги, которых у меня даже нет. Сейчас я вам покажу их. Сейчас у нас будет красивый лук.
Я вам туда эти сапоги. Они не сапоги, а ботинки. Они сейчас стоят. Вы на них, может быть, одним глазом даже уже и смотрите. Но я вам сейчас их покажу получше. Еще эти наши вельветы. Скорлупа. Опять же, вот этот вот цвет, который вам предыдущий показывала. Опять вот эта кофта. Скорее всего, такая вот широкий бадлон. Вот не узкий вот этот, а бывает такой овер. Вот такой. Чуваки, смотрите, какой у нас сейчас будет ход. Вот это убираем. Посмотрите, что у нас пришло. Мы с Наташей были в афиге. Это пони. Это вот сама. Ну, оно, конечно, не пони. Вот это вот корова вот эта сама. Это натуральная каучуковая подошва. Девчонки, пишите по размерам. Мне, знаете, что понравилось вот здесь? Не было подборки вот этого, вот этой самой волоса. Наташа, скажи мне, ты видишь, как я себя плохо чувствую? Мех. Верхней части самой ботинок. Вот видите, одна нога белая, а другая вот такая вот слишком в пятнышках. Мне нравится когда-то. Я люблю, когда вот такой какой-то неформат. Вот, специально вам сюда даю. Смотрите, у нас будет два варианта. У нас есть наша, помните, вот это точно поместится в мою куртку. Наша звездная куртка. Помните, да? Она сюда очень попадает под нашу скорлупу, а особенно попадает под эти пони. Это у нас будет такой светлый вариант. Девчонки, мне нравится вот прям такой. Вот сюда мы как раз можем добавить с вами вот этот вот полонтин. Смотрите. Мы с вами дадим еще один цвет, а он нам ничего не испортит. Смотрите. Ничего не испортит, он просто поддержит нам боты. Ну, мы же, когда пойдем, мы же закроемся. И вот, боты поддержали, дошли куда-то, распаковались, все оставили. Красиво. Очень быстро продали шарфы. Мы даже не успели ойкнуть. Они как-то раз и сразу разлетелись. Ну, то, что я хотела сказать сюда девчонкам? А, я хотела нашу вон ту рыжую, которая наша с тобой любимая. Ой, да, под сапожки. Да, сейчас мы, девчонки, под сейчас пятнышки. Вот это, да. А, не рыжая, а коричневая. Я им сейчас дам, и вы увидите, как здесь вообще хорошо попадет. Смотрите, здесь у нас длина, сам цвет шоколад попал под вот этого рыжика. Девчонки, ну вот здесь бы я уже оставила тогда вот эту шапку. Видите? Не нужен больше тот шарф. Здесь герб поддержит пони, пони поддержит штаны. И вот у нас все вывели. Видите, нам даже не понадобились вот те вот кеды. Здесь как бы сразу пони решающую роль сыграли. Девчонки, я пони называю, потому что вот эти вот волосатые вот эти боты, они как-то уже принято пони называть. Вот оттуда я, знаете, как привычка такая. Вот оттуда это пошло. А так, ну, конечно, это шкура коровы. Наташ, помнишь, были вот такие вот шкуры, которые ковриками? Да. У меня вообще никаких шкур нет. Я аллергическая. Если у меня будет волосатый коврик лежать, все. Я прям сдохну рядом с ним. Ну, Наташа, а что, вот люди коврами застилают, а я не могу, что по-разному же, правильно? Конечно. Вот, теперь, девчонки, здесь будет красиво, смотрите. Здесь у нас палаццо. Вот это вот наша кофта. Посмотрите, как палаццо, вообще разные фабрики. Посмотрите, как палаццо идеально попали. Дайте здесь вот так повыше. Здесь вообще все понятно в этом образе. Я бы сюда добавила, знаете что... Даже можно было бы добавить сюда вот эти вот кроссовки. Вот эти кроссовки прям здесь хорошо. И сюда мы добавим с вами наш французский серый. Вот здесь вот видите, девчонки, французский серый. Помните вот этот вот какой-то кубический рисунок? Вот он наш пуховик. Девчонки, ну пуховик, ну как бы вам сказать... Ну, наверное, до 48-го, да, Наташа? Да. Ну, куда 50-го? Не, впритык не в руках. Нет, 50-й не зайдет. 48-й, вот, сама. Вы, наверное, девчонки, думаете, почему я кроссовки вам все время показываю пуховикам. Девочки, я сама так ношу. Вот сама так ношу, поэтому это показываю.
Ну, конечно же, придут ботинки. Конечно же, я буду вам показывать и с ботинками тоже. Сейчас пока по цвету заходит это, показываю так. Мы можем с вами, например, если нам совсем не нравится с кроссовками, мы можем с вами добавить вот эти вот боты. Вот. Если, допустим, мы кроссовки не хотим, мы можем с вами добавить вот эти ботинки. Здесь эти пельмехи вообще идеально. Потому что там от пельмеха останется подошва, палацу лягут на пельмехи, и как раз все срастется. Но здесь, девчонки, понятно по цвету. Французский серый и яркость вот этого мака и капуча. Здесь как-то все сразу понятно вообще в этом образе. Мне нравится палацу вот с такой вот кофтой, которая... У меня тоже, видите, вон как кофта. И туда просто базу, и все, больше ничего не надо. Так, сейчас вам покажу свои любимые джинсы. Сюда вам покажу опять же нашу кофту. Девчонки, почему вам показываю эти кофты? У вас очень много по ним запросов. Хочу вам их показать прям по цветам, чтобы вы это видели. Сюда мы с вами дадим вот этот наш жакет. Помните, да, у нас вот этот жакет? Мне очень нравится, как вот этот серый прям будет поддерживать нам красиво. Джинсы же оставим вот и пускай будет. Нравится. Красиво. Здесь бы, конечно, какой-то бы шарфик еще навязать. Но у нас и шарфики проданы. Ну, в общем, все, девчонки, вот так все. Стоп, точка. Без шарфика. Таня слегонца пока не в себе. Когда она в себе будет, она будет вязать шарфики. Сейчас пока хоть как-то вообще. Я еще сегодня, Анташ, посмотрела, думаю... Господи, как хорошо, что нет тяжелой одежды на этой стойке. Да. Сама же, главное, подбирала. О, какое счастье, какое счастье. Ну, девчонки, хотя бы просто хотела пуховики вам показать. Очень нравится. И вот эти вот пони так понравились вообще. Так, смотрите, здесь у нас укороченная кофта. Помните вот эти наши брючки? Смотрите, как попадание идет. Ну и все. И сейчас... Девчонки, это все мелкое. И вот сейчас пойдет шедевральник. Смотрите. А что? У вас и у Майкла Джексона все, больше ни у кого. Вот, пожалуйста. Ну, а как? Если уж ты идешь в пуховике зимой, конечно, ты идешь в бриллиантовом пуховике. Наташа, в каком? Вот бриллиантовый пуха надел. Просто звездно. У нас сейчас еще так хорошо горят вот эти вот светильники. Наташа, как красиво переливается. Давай мне микрофон. Я, девчонки... Песни не пою, потому что у меня такое павлиний, но я могу стихи читать. Ну что, девчонки, вот так вот, смотрите. Как вам? Просто же отлично. Даже вся серая, скучная история внутренности у нас все равно задавит вот этот пухан. Я бы вообще сюда даже не вот это сделала, а уже вот так вот прямо и пони, и вот смотрите, вот эти вот наши, которые со звездами. Здесь прям вообще все понятно. Девчонки, пуховик просто бомбический. Такие вещи приходят очень редко и очень мало. Он один. Размер вы видели. 44-46, он не больше. Здесь, девчонки, нельзя просто... Если больше, здесь, понимаете, здесь рукав, он не спущенный, а вшит. Не реглан. Вот. Поэтому будет неудобно вам. Здесь нужна такая девчонка какая-то полухудая. Хотя вот смотрите, я кофту свою оботкнула в него. Так, теперь смотрите, у нас идут вельветы наши. С оборками вот эта вот красивенная кофта. Вообще обожаю ее. Наташа, ну у нас одна 50-я, наверное, да, осталась? Да. Вот видите, девчонка, уже даже и размер хороший есть. Вот, сюда мы с вами даем наше пальто кашемировое. Я вам сказала, я когда-нибудь вам еще и покажу это пальто в классическом исполнении. Вот здесь вот классическое исполнение. Но мы любим с вами поиздеваться, поэтому боты сделаем вот эти. И сюда сделаем свежий шарф. Здесь будет у нас и присутствие джинсового цвета, но он здесь никакой... Вот, в общем, во всей вот это, во всем объеме черного это будет просто акцентом. Здесь не будет вообще видно его.
Вот мне прям вообще вот так нравится. Девчонки, знаете, даже если бы, например, вот сейчас вам покажу одну штуку. Даже, например, если бы вы хотите прям вообще яркой истории, вот я бы даже вот так обняла. Смотрите, как вот это прям сюда прям идеально попадает. С кедами, с этими тоже хорошо, но мне больше нравится, когда яркая фуксия здесь работает. Вот. Ну, нам главное с вами, что понимать, вот, допустим, чем разбавить черный. Мы с вами добавили вот такую вот кофту красивенную, и все, и у нас черный ушел, и стали работать только вот эти цвета, которые мы пустили внутрь. Хотя здесь само пальто. Так, девчонки, ну что, пошел гранат. Чуть-чуть вам дам граната, потому что хочу вам этот опять запрос был. Хочу вам его показать. Этот, который пуховик, который вам понравился, который поддевка, потом его взяли уже не как поддевку. Вот, смотрите, у нас здесь гранат брюки. Наташа, ткань. Неопрен? Неопрен. Тонкий неопрен. Смотрите, у нас здесь монохром. Сюда мы с вами даем вот этот вот пухан. Но он не пухан, девчонки, он такой холофайбер. Такой вот. Мне уже все потом написали. Мне все написали. Таня, это можно использовать как просто одежду. Девчонки, конечно, это можно использовать, как это и есть верхняя одежда. Просто я вам говорила, если вдруг вы захотите, его можно еще использовать и под пальто. Ну вот если, например, вот в таком варианте, как у нас плотная такая теплая кофта, ну, конечно, зачем нам тогда что-то еще пялить наверх? Девочки, смотрите, как боты вот эти сейчас сюда заходят. Ну, вот у него есть родной вот этот шарфик, да? Но я вам хочу немножко дать другое. Я вам хочу сейчас дать вот эту шапку. Вот так. Я вам хочу добавить очень красивый шарф. Смотрите, жеванный шарф. Девчонки, он уже специально жеванный. Вам это очень удобно будет его распределить. Вот помните, как показывала по-разному вот эта вязка, а здесь просто петлей, а уже эту часть вы можете и сюда, и можете и туда заправить. Я вот так хвост пока опущу. Девочки, посмотрите, как по цвету он попал к пухану. Все, вообще все понятно. Гранат черный. Классическое попадание, красное, черное, вы понимаете, да? Здесь уже вообще все ясно. Вот. Ну, здесь с вот этим все ясно. Вы меня спросили про гербики. Да, девчонки, есть гербики, которые приходят отдельно. Это по желанию. Вы можете на руку его, можете на грудь. Это все, куда хотите, туда и пристроить этот гербик. Это просто складывает нам фирма. А мы потом, если есть время, мы вам пришиваем. Если нет времени, вы пришиваете сами. Девчонки, оставим. Смотрите, вот наш костюм. У меня был запрос именно показать этот костюм. Девчонки, я вам показывала его. Внутри была поддевка, такая база. Я специально пока, девочки, он может быть и без базы. Это полноценная вещь. Когда вы его наденете, он осядет, он не будет вот таким топом. Потом, опять же, у всех разный рост. Понимаете, да, что мы можем это и на меня, хотя я ношу вот такие короткие, мне нравятся. Сейчас вам сюда дам вот этот вот пуховик. Мне нравится, как сливка тут заходит к молоку. Оставим шапку, оставим вот эти боты. Все, поддержим сумкой. Вот еще, видите? У нас светлая, но тон один. Мягкий тон белого. Поэтому у нас это все и работает на себя. Сейчас вам пухан этот еще раз надену. Девочки, это уже пуховик зима. Наполнение 800 грамм. Вот. У меня достаточно объемная кофта. Но, девчонки, не до маразма. Наташ, какой размер? Ну, 48, мне кажется, максимум. Плечи. Вот это бы я чуть вот так бы сделала. Ну, как будет разрезики, мне вот прям все равно же это как-то зима же, наверное. Но вот мне, девчонки, он чуть-чуть куцоват. Вот мне рукав короткий. Сюда бы рост нужен чуть-чуть другой.
Вот тогда бы все срослось. Здесь ростовка у пуховика не моя. Белый пуховик был красивый, да, Наташовер? Очень. Очень. Добрые руки да. у них. Кто-то будет радоваться. Горячу. Носите с удовольствием. Помните, что мы вас любим. И вы нас любите тоже. В общем, все срастется у всех хорошо. Так, девочки, опять вам дам вот эту клетку. Опять это был какой-то запрос. Дам вот эту клетку. Овер, вот такой вот свитер. Очень красивый. Очень. Опять вот мы пошли с вами к гранату, да? Вот. Оставим шапку, между прочим. Мне нравится, как шапка. Она чуть-чуть тон яркости даст. И сюда с вами добавим вот это наше кашемировое пальто-рубашка. Синего цвета. Пальто-рубашка поддержит у нас как раз... клетку, и видите, выведет немножко вот эту яркость, заглушит, а даст нам как раз вот такой какой-то стабильности, ну такой вот грамотности такого образа. Потому что если бы сюда с вами добавили еще что-то красного или красное-черное, ну, девчонки, у нас был уже вот там вот гранат история, мы там с вами показали, там было все отлично. Девчонки, спасибо за подписки, спасибо, что вы у меня есть, люблю, целую, чао.